Всем привет, с вами я, Сергей, вы смотрите канал Кирсер. Сегодня мы поиграем в Майнкрафт и сделаем вот такой вот механизм. Он открывает нам шерстяную дверку, вот так закрывает ее. Так, что нам нужно для вот таких вот ворот? Так, нам что нам нужно? Нужен блок, липкий поршень, редстоун. Факел красный. И сейчас я посплю. Пусть будет светло. Так, я открыл консоль. Ладно. Так, ну что ж. Для начала нам нужно определить место. Вот, например, оно будет у меня здесь. Ставим любое количество блоков вверх. Главное подвести к ним редстоун. Ну, я ставлю 3, чтобы мне было удобней. Так, это потом. Ставим вот так вот 3 поршня. На каждый блок 1 поршень, вы понимаете. Так, ну что такое? Раз. Ну что мы с вами же делать? Вот. Так. Потом. Так, так. Делаем такую лестницу для редстоун. Подходим. Подводим каждому блоку редстоун. Да, все правильно. Так, дальше. Вот так. Вот так. Да. Потом начинаем отсюда копать до сюда. Да, это вот недолго. Так. Я открою, чтобы не было не темно. Так, следующее наше действие. 2 блока вверх. И вот так вот. Один вниз. И один. Так. Берем редстоун. Так, редстоун. Потом берем факел. Ставим его. Оп. Так, и здесь также 2 блока вверх. Один вверх и один вверх. Так. Так, так. Вот. Потом... У нас тут сделал все редстоун, мы под кнопочками делаем вот так вот. 3 блока вперед. Там все. Закладываем редстоун. Вот так от факела к факелу проводим. Так. Делаем. Я сделал мостик. Что у нас получается? Опа! Все открылось. Оп. Оп. Все. Все легко. Да, это легкий механизм. Он очень легкий. Он доступен каждому. Каждый его может сделать. Многие скажут, что это очень глупо, но подумайте сами. Вы знаете, когда первый. Помните свой день первый день в Майнкрафте. Для этого. Вот это вот будет для вас чудо. Ой. Ну ладно. Вот по это все можно замаскировать. Вот так вот. Можно замаскировать, как я маскировал. Вот так. Да, так получилось. Такой хоть механизм такой толстый стал. Ну ладно. С вами был я, Сергей. Вы смотрели Майнкрафт механизмы от Сергея и канала Кирсера. Пока.